Когда закончилась война, о многом старались не вспоминать, чтобы лишний раз не возвращать картины прошлого. Они называли это своей как бы работой. Даже возмущались в первое время, какая же это работа убивать людей. Многие до сих пор не подозревают, какое количество концлагерей фашисты устроили в Крыму. И вдруг облава, и вдруг концлагерь, и вдруг совершенно другая судьба. Эта катастрофа коснулась женщин, детей, стариков, многих тысяч крымчан, попавших под немецкую оккупацию. Это просто такой маховик смерти, в котором сгорали человеческие жизни. Концлагерь «Красный». История, о которой хотели забыть. 28 апреля на Первом Крымском.